changed my life. Всем привет! Прилетел на остров Окинава, Япония. Тем самым продолжаю часть номер два. Hello. Ну что, как и обещал, после тренировки небольшой обзор зала. Нас встречает вот такой вот сушильный аппарат. Вот где ребята сушат свои наколенники, бинты, полотенца. Потому что за тренировку реально можно 2-3 полотенца использовать очень легко. Ну вот эта штука у них очень распространена, она стоит практически везде. Я не знаю, кто является владельцем всего чуда, но оно стоит тупо по всему городу. По всей стране. Я думаю, что там бабки немеренные. И прикол там такой, что летом оно охлаждает, а зимой оно подогревает, и все счастливы и все довольны. Это большой остров для военных, и здесь очень много военных. И военные в свое время проводят на военных базах и тренируются, в принципе, там. А мамочки тренируются здесь. Поэтому здесь есть достаточно приятная комната для детей с своими расценками. Сейчас я вам покажу. Детки здесь играют, отдыхают во время того, пока мамы тренируются. Самый большой зал в Японии. Порядка 1000 квадратов. Ну, по крайней мере, изофилированный из официальных. И он практически самый первый. Ему уже порядка 10 лет. Поэтому где-то что-то уже подубито, где-то что-то уже затерто, но он реально рабочий. Реально рабочий, потому что здесь порядка 200 клиентов. В Японии всего 20 залов официальных. Комнатка для отдыха, которая, я так понимаю, что, судя по пыли, можно сказать, что она в принципе не используется. Ну и самая рабочая часть, это вот это. Потому что здесь непосредственно тренируются больше профессиональные атлеты, кроссфитеры, которые приезжают, либо которые являются местными, которые готовятся на региональные соревнования. Тут находятся футболки всех топ-атлетов, которые здесь были. И их заставляли срывать футболку и вешать ее на доску. Девчонки наваливают. Вполне рабочая установка по дискам. Вот что значит правильно складывать штанги и правильно их опускать. Я думаю, что изначально эти дыры не были запланированы. Thank you so much. Sorry. Okay. Я взял машину у владельца зала. В Окинаве есть огромный аквариум. Вот, очень знаменитый. И я вот решил туда съездить. Все как бы идет по плану, все было бы хорошо, если бы не вот это. Здесь руль с правой стороны. И у меня не было времени, чтобы адаптироваться, я вам скажу честно. Пришлось включить режим универсальный солдат. Сейчас вам покажу, что я вижу за бортом. За 9-10 лет моего вождения, что у меня чаще всего получается? У меня получается хрень.
То есть, когда я хочу повернуть, у меня включаются дворники. Когда мне хочется включить, чтобы окна были чистые, у меня включается поворот. Километров я сегодня проехал. Ну что могу сказать, что климат абсолютно другой. То есть такое лицо, такое ощущение, что на лице постоянно слой масла. Очень жарко, душно. Вот, я думаю, что они уже, конечно, к этому привыкли. Посмотрите на эту красоту. $1800 где-то на пересчет в доллары, порядка 15-16 долларов, что в принципе для такого заведения по сравнению со Штатами очень дешево. Ну что, нас встречает маленький, так сказать, аквариум, вот такой вот, на разминку. Я помню, что когда моя мама делала суп из рыбы, она постоянно голову отдавала кошке. Так вот, я думаю, что если бы эту голову отдать бы кошке, так я думаю, что кошка могла бы немножко и перекосить. В 92-м году был словлен самый большой осьминог. И вот здесь он как раз и представлен. По крайней мере, может быть, самый большой японский осьминог. $7500 воды. Толщина стекла 60 сантиметров. Для буднего дня я вам скажу, что людей очень много, просто сотни. Здесь до 4 один тариф, после 4 часов в дня практически минус 40% на билет. 4 этажа, и вот этот именно аквариум, он охватывает все 4, и на каждом этаже есть свои маленькие подаквариумы.
только видел в фильмах. Знаете, никогда не мог подумать, что то дело, которому я посвятил большую половину своей жизни, приведет меня вот к этому всему и покажет мне вот это все. Очень, наверное, важно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Если вам понравилось видео, если камера смогла передать ту атмосферу, которая царила в течение моей поездки в Японию, буду благодарен за ваши комментарии и оценки. Всем пока!